Чернобыльская авария сильно повлияла на жизнь Брагинского района, однако местные жители стремятся жить обычной жизнью и возродить все сферы. У этой местности огромный потенциал, а энтузиазм и сплоченность людей уже сейчас впечатляют и заставляют верить в то, что со временем Брагинщина наверстает все то, что потеряла из-за чернобыльской катастрофы. Из информации на сайте Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Республики Беларусь. Территория, в недавнем прошлом демонстрировавшая относительно высокие темпы экономического развития, но затем пришедшая в упадок. Это официальное определение понятия «депрессивный регион». Не очень приятно для слуха и восприятия. Такое название, тем не менее, более 10 лет применялось в отношении Брагинского района. Один из лидеров Беларуси по производству сельскохозяйственной продукции после чернобыльской катастрофы на какое-то время превратился в аутсайдера. А вопрос о полном отселении Брагина с его последующим захоронением считался практически решенным. Времена неопределенности остались позади, и сегодня здесь реализуется концепция поэтапной реабилитации загрязненных территорий, к чему все более активно присоединяются местные жители и международные организации. Еще в 2004-м здесь началась реализация проекта «Устойчивое сельское хозяйство и экономическое развитие» в рамках международной программы Организации Объединенных Наций «Сотрудничество для реабилитации». Деятельность проекта была направлена на поддержку экономических инициатив сельчан. При этом речь шла о том, чтобы не только научить мелких фермеров и жителей, имеющих личное подсобное хозяйство, технологиям выращивания растений или животноводства, но и обучить их комплексному подходу к бизнесу, таким понятиям, как спрос, предложение, научить их продавать свою продукцию, в том числе другие страны. Если пойдет нормально производство этой ремонтантной малины, то планируется поставить заморозку этой малины и, может быть, мини-переработку. То есть на джемы, на варенье, на компоты. А потом в будущем, если будет сертифицирована почва, саженцы и ягода, если она пройдет все стандарты европейские, то, может быть, с выходом на европейский рынок. Уроки европейских экономистов жители Брагинского района усвоили быстро. Однако на практике реализовать идеи часто оказывается не так просто, как кажется на первый взгляд. Фермер и руководитель местной экологической организации Елена Молочко, бывший преподаватель и директор школы, говорит, что по климатическим условиям на Брагинщине первую сельскохозяйственную продукцию можно получать и, соответственно, реализовывать примерно на 2 недели раньше, чем в других районах. Правда, сразу заниматься промышленными масштабами не получается практически ни у кого. Вообще техника, в принципе, это вся дорого стоит. Дешевой техники нету. А поскольку у нас хозяйство еще очень маленькое, и мы только, скажем так, сейчас проходим вот этот вот трудный путь становления, поэтому обходимся вот той техникой. Это практически ручная техника, это мотокультиваторы, мотоблоки. Конечно, тяжело, очень много уходит трудозатрат, физических затрат. Вот. И лизинг, в принципе, это таким, ну, мы узнавали, но очень сложно. Кредит, как бы, нам тоже не предусмотрен, как начинающим. Ну, не знаю, может, где-то есть, но, во всяком случае, все наши старания пока были тщетны. В этом году фермерское хозяйство заключило договор с местной школой. В течение 18 дней бригада учащихся, которым исполнилось 14 лет, работает на фермерских полях с соответствующей оплатой и открытием трудовых книжек. Привлекать взрослых сельчан оказалось не очень выгодно, но об этом чуть позже. Еще одна проблема – наличие площадей. В большинстве случаев местные власти идут навстречу и даже разработали районную программу поддержки фермерских хозяйств. Однако выделяемые земли часто непригодны для овощеводства. В нашем хозяйстве во владении есть участок почти на 40 гектар, поэтому пытаемся его осваивать, пытаемся что-то апробировать, потому что перед этим хозяйство использовало очень долгие годы зерновые культуры и кукурузу, поэтому вот так вот, когда вникли глубоко, мы посадили просто в этом году некоторые ранние культуры, такие как редис, салаты, и они не выросли. А когда вникли в суть проблем, почему так получилось, оказывается, после кукурузы и после зерновых земля обладает таким вот, то есть вот эти вот предшественники обладают таким свойством, аллелопатичность, что, ну, стерилизует землю, то есть у нее потом недостаточно силы, чтобы что-нибудь вырастить. То есть ей надо немножко отдохнуть, то есть ее надо засеять тиратами, то есть ее надо восстанавливать, то есть ее конкретно надо несколько лет восстанавливать. Впрочем, оптимизм фермеры не утрачивают. В этом году они стали участниками проекта программы Организации Объединенных Наций «Качественная продукция в частных подворьях Брагинского района».
На полученные средства открыли Центр сельскохозяйственных инноваций и провели несколько тренингов по органическому земледелию. Мы делаем ориентир на выращивание качественной продукции, то есть уходить от химизации, от всевозможных гербицидов, от протравливателей и так далее, то есть использовать элементы органического земледелия на выходе, чтобы была качественная продукция, чтобы ее можно было спокойно кушать. И сегодня уже есть первые урожаи, мы сегодня снимаем. В основном это у нас урожаи по огурцам, по зеленым культурам, там базилик, руккола, укроп, петрушка, то есть весь зеленый ряд. Поэтому качество действительно оправдывает ожидания, потому что установка была на неиспользование химии. В перспективе фонд «Экоинновация» должен принять в свои ряды всех жителей Гомельской области, желающих реализовывать местные инициативы. Сегодня в фонде около 50 человек. Объединившись, люди делятся опытом по выращиванию экологически чистой продукции и вместе пытаются решать возникающие проблемы. Житель деревни Храковичи Владимир Кулеш под плодовые кустарники и овощи отвел почти половину огорода. Говорит, что полученный по современным технологиям урожай должен быть хорошим. Только вот пока неизвестно, кому продать выращенное. Тяжело все сбыть, некуда. Если бы это было где-то, я скажу, от нас ближе город, то это бы было проще. А так у нас основная проблема – это сбыть. Сбыть труднее, чем вырастить. Проблема сбыта сегодня, пожалуй, действительно одна из самых актуальных для таких людей. Выращивать овощи Кирилл Золотилин начал лет 5 назад. Различные салаты, сахарная кукуруза, укроп, петрушка – и это не весь ассортимент, получаемый на полях Брагинского района. Однако торговля постоянно устанавливает новые правила, и даже такому крупному реализатору экологически чистой продукции работать становится все труднее. У меня хватает на один магазин, я завожу продукцию в один магазин. Теперь все надо возить через логистические склады. Я даже свежую зелень сначала везу в Минск, а потом ее с Минска везут в магазины в Гомель. Начинать с маленького объема невозможно. Получается, что тебе надо производить сразу большой объем продукции и работать только через логистические склады. Из-за этого будет страдать и качество, и свежесть, это не совсем хорошо для покупателя. И еще об одной проблеме, о которой мы уже упоминали. Нельзя сказать, что все наемные работники недобросовестные. Однако люди, лишние в местных сельхозпредприятиях, часто не очень стремятся работать и в фермерских хозяйствах. В новое законодательство, то есть если повторно пьяный водитель за рулем транспортное средство, то конфискуется трактор. У меня конфисковали 2 трактора. Значит, в первом случае грузчик пьяный выгнал трактор с огорода на проезжую часть, и как раз в этот момент там были сотрудники госавтоинспекции. Второй случай, то есть он с поля поехал домой делать грядки, дома там выпил, и его тоже во дворе застали сотрудники госавтоинспекции и конфисковали трактор, потому что он был, он был повторно пьяный за рулем. В данной ситуации я просто не понимаю. Да, я могу тщательно смотреть, контролировать, но я находился все время не здесь. То есть есть моя вина, то, что я допустил, что, как это избавиться от этого, то есть я не знаю. С 1 апреля 2013 года в Брагинском районе стартовал проект по выращиванию плодовых деревьев. Попасть в него могли семьи, располагающие свободной землей для сада, а также заинтересованные развивать экологически чистое сельхозпроизводство. Необходимо было также иметь хотя бы базовые знания о садоводстве, желание качественно ухаживать за плодовыми культурами и стремление неплохо зарабатывать. Анастасия Абашина – приверженец малины. Во-первых, это действительно экологически чистая ягода. А во-вторых, реально востребованная на рынке. При этом участие в проекте позволило брагинчанке выйти на новый уровень земледелия. Использовать, приспособления, не только одни руки. Мотокультиватор, он помогает и землю ухаживать, и с травой бороться. Капельный полив тоже намного облегчает труд. И соблюдение выращивания всего по технологиям. А технология – это основа для выращивания. Можно купить хорошие саженцы, а посадить и не смотреть ничего не будет. А можно с этим хорошим и правильной технологией, содержание, подвязки, уборки, получить совершенно другой результат. И кроме того, что хватает нам самим, мы можем и часть подарить, и можем продать излишки, и получить доход в свое личное подсобное хозяйство.
За последние десятилетия в Брагинском районе реализовывались различные проекты. От некоторых пришлось отказаться по экономическим соображениям, другие закрыли по причинам, а жители Брагинского района – независящим. Та же африканская чума свиней заставила уничтожить практически все поголовье. Правда, теперь к свиноводству люди не решаются возвращаться еще по одной причине. Требование возить животных на бойни мясокомбинатов, с одной стороны, оправдано с санитарной точки зрения. Однако найти покупателя на такую продукцию очень сложно. Возможно, прежняя практика была не такой уж и плохой. Я когда своих первых свиней резал и сам продавал на рынке, мы эту свинью, мы ее просто как вылизывали. Мы так ее аккуратно, чистенько делали, соломку, все делали. С такой вот этой, потому что ты знал, что ты будешь стоять на рынке и продавать ее сам. Такого отношения на этой бойне никогда не будет. Вот, то есть это совсем другое качество свинины было. Делалась эта шкурка, чтобы она мягкая, с такой с желтизной была. Соломкой обсмаливалась. Вытиралось все насухо этими тряпками, там килограммы тряпок уводили. Водой свинина ни в коем случае не мылась, потому что она потом, эта вода, она тоже вкус теряется. Ну вот она смывается. Все это вытиралось. Ну она настолько аккуратно делалась, эта свинина. И люди всегда на рынке всегда были благодарны. Они приходили за такую свинину, они были благодарны. Теперь, конечно, этого не будет, потому что ни на какой бойни такого не сделают. Жители деревни Селец вот уже почти 8 лет тоже занимаются животноводством. Сегодня на местных частных подворьях около 50 коров. Только в прошлом году сельчане сдали государству более 130 тонн молока. Только вот содержать такое количество животных оказалось проблематичным по одной причине. В сельскохозяйственном районе элементарно не хватает кормов. То есть они есть, но жителям для их заготовки выделяется неудобицы. Понять руководителей хозяйств можно, им свои стада кормить надо. Однако такой подход может привести к тому, что, как и в других регионах, коров в личных подворьях здесь не останется. Насколько это невыгодно государству, очевидно. Впрочем, выход в сельце, похоже, все-таки нашли. Негде купить корма. Проблема не особо-то где-то продают, потому что хозяйство себе заготавливает. Вот поэтому мы в этом году открыли фермерское хозяйство, деревенское изобилие ради кормовой базы, чтобы заготавливать себе корм и продавать населению. Поэтому еще мы землю не получили. Надеемся, что в скором будущем приобретем землю и будем и наше хозяйство не только готово заниматься коровами, а готово еще заниматься картофелем. Поэтому у нас есть техника. Уже мы сами к этому шли уже многие годы. Вот. И мы готовы уже и второе направление, не только молоко, а и картофель. Агротуризм для жителей Брагинского района – занятие новое. Уж слишком долго бытовало мнение, что эта территория для полноценного отдыха непригодна. Первый опыт свидетельствует – это не так. Здесь даже история такая, что любой регион позавидует. До сих пор в окрестностях Брагина сохранились остатки усадьбы и сад князей Вишневецких, на территории которого археологами найдено древнее городище. В 1601-3 годах здесь находился претендент на русский престол Лжедмитрий I, да и сами Вишневецкие – люди знатные. Участник Грюнвальдской битвы Зигмунд Карибутович был провозглашен чешским королем. Михал Томаш Карибут-Вишневецкий стал королем Речи Посполитой. Фактически это был единственный случай в истории Польши, когда на ее престоле оказался представитель белорусско-украинской княжеской династии. Впрочем, привлекать туристов планируется не только историческими фактами. Агроусадьба – это в первую очередь возможность отдохнуть на природе. Людям нравится. Особых у нас таких, условий шикарных нет, потому что агроусадьба, она должна быть агроусадьбой. Но все для проживания людей условия есть. Есть вода в доме, есть спальные места, есть где помыться и отдохнуть. Рядом речка у нас здесь, красивая природа. Рядом, как вы уже видели, парк Вишневецких, там очень... чистый воздух, свежо дышится всегда, а соловьи, как поют, вообще красота. Сегодня хозяева агроусадьбы готовят театрализованное представление с постановкой возле камня любви Марины Мнишек и Лжедмитрия, которые, по легенде, встретились в Брагине. Вечера под гитару, дегустация белорусских национальных блюд. Однако уникальность этой агроусадьбы состоит еще в предоставлении специализированных знаний по организации фермерских хозяйств. Хозяева готовы поделиться опытом по экологическому земледелию, организовать тур по фермерским хозяйствам района и показать экспериментальные участки экологически чистой малины. Исследования ученых показывают, эффективность реализации политики развития сельских территорий во многом зависит от того, насколько она соответствует ментальности местных жителей.